Дружелюбный, а? Ой, какие дружелюбные, хорошие. Слушайте, они хорошие. Ну, ты бы видел каких-то, да? Да, на амуров похожи. И самец, и самка. Потому что все бенгальские, индийские, начинается морда маленькие, глаза узкоглазые, и по телосложению он амурец. Вот в этом году 3,5, вот сейчас 3,5. Белоруссии тигров почти нет. В Грудницком и в Минском зоопарке и больше нет. А в этом хозяйстве есть. Ты что, вырос с этими волками? Да. Вырос? Ай, какой хороший. Лев. Олег Алексеевич, Башкирцастан, Уфа. Еще дальше. Собрался и полетел. Сумел взять, ему было 2 месяца. Я вот здесь с ним на поводке гулял. Порода у него на брюхе. Я очень люблю вот мои любимые, когда вот так грива переходит вот в корпус. Вот не у всех есть просто грива, а здесь ровно. Два годика машина какая. Красивая. Но то, что вот... Со степным волками, да. Волчают. А выросли кто? Вместе. То, да. О чем я говорил, когда животные вместе с детства растут, вот они могут всю жизнь, они скучать друг без друга будут. И все. Вот вам пример, что да, волки живут вместе со львом. Хороший такой. Ай, какой хороший. Ай, да, какой ласковый, Лёва. Да. Ничего, ничего. Рыкни. Рыкни, я могу потянуть, а ты рыкнешь, да? Ты хороший. Симба, это наш учитель. Ты хороший. Ты хороший. Ну, такой бугаир. Вот, девчонку сейчас подключу. Ну, мне так нравится. Привет, передавай тайгановским львам. Ну, как это, не знаю. Слушайте, надо как-то... Ну. А вы куда денетесь, если львица придет? А мы уйдем на север. И куда вы денетесь, если львица придет? Друзья, вот нигде точно вы такого не увидите. Понимаете, чтобы лев... Чужой, чужой. Вау, вау, да ты хорош. Я зайка, я зайка. Да, 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 да. Хороший, хороший. Я вспомню школу Олега Алексеевича, говорил, что ему надо править. Я был маленьким, когда время, поправишь, работать надо. А мне тут привезли этих степных засранчиков. Они по возрасту чуть старше его, 2 и 3 месяца. Я соединил, сказал, не трогать. И все, и вот ему потеха. Да, да, да. Играются. И не скучно. Да. Ну, они вообще... его за хвост таскают, он за ними гоняется. Тебя за хвост таскают, не надо на меня рычать. Я не таких видела, как ты. Да. Бегите, баги, коровы. Друзья, если вы кто-то возле Минска, чтобы увидеть льва с вот этими шапками двумя, это уже надо приехать. Юрий, встал, принял, то прям огрызался. Где-то у кого-то есть там собачка. Лев с собачкой, да, у Толстого, по-моему. Алексея, по-моему, Толстого. Вот, поэтому... Да, нужно приезжать и смотреть, это нестандартное поведение. Конечно. И чтобы не говорить, что... Форме, прекрасно. Что значит чистая говядина, мраморная и всякая, что тебе тут достается, а? Конечно, да, с таких полей, такие коровки. Олег Алексеевич, значит, у нас курятины. Полгода курятина. Ластится уже. А потом пошли переходить. И Симба тут. Хорош. Ну, все равно тут же признал, хорош. Уже ластится, хорош. Уже такой. Хорош. Упитан. Папа тебе девочку расшибется, но достанет папа девочку. Большой, 2 годика, красивый. И вольер большой у него, нормативный, хороший, зимнее помещение. Где все. И ограждение. Слышишь, Олег Алексеевич, есть наметки из Казахстана.
Они просят, ну, вот, да, 5000. Поеду. 5000 долларов? 5000 километров. А, километр, ой-ой-ой. Туда и 5000 обратно. Для того, чтобы привезти Симби. Разумно везу, но смотри. Передвижной цирк еще один просится. Забери за 60 тысяч, ради бога. Еще спущу, забери. Двухлетние львицы. Ой, никому не нужны львицы. Это правильно. Думаю, не буду отставать. О, пшеница какая. Вот, всем животным хватит. Хватит. Все будут сыты. Много, я ее продавать надо. Крепыш, крепыш. Чистокровный. Чистокровный из Голландии. Из Голландии приехал. Красавец. Да. Да. И вот шпарит девчонок. Хорош, как положено. Редкий. Метр холки. Я? Да, да, ровно метр. Метр холки, как положено. Да. Я не зимую, стоят. Ты. И очень грибут. А пилки для подстила. Леопард, красавец. Я считал, у нас в Беларуси в Минском зоопарке 2, в Гродинском 2 и у меня один. Все. Все. Мальчик, да? Мальчик тоже. Тоже мальчик, тоже нужна девочка. Они редкие очень. Ну, красивый. Красивый. Хороший, такой с бакенбардами. Идет рядом. Роскошный лебедь, да? Красивый вообще. Ой! Роскошный, да, большой такой. Красивый. Да, да, да. Был? Да я вообще не претендую, я тебя умоляю. Был ручной. Его... Нет. Его со льда выбили. Поздний ребенок не улетел, сил не было. Угу. Люди позвонили, МЧС выдолбило со льда, привезли мне бесплатно, передали. Ручной был. Хороший. На следующий год обессиленную девчонку привозят. Мы ее отходили, ему подкинули, и он стал ревнивее. И он мужиком стал сразу? Да. Да, ну большой очень красивый лебедь. Никто не обрезает перья, никуда они не улетают, люди удивляются. Ну, зачем им улетать? Вспомните мультик. Стоите, стоите. Нас и тут неплохо кормят. Да. Ну, ты ж посмотри. Ух. Горники детские. Я говорю, слава тебе, Господи, что комолы. Да, реброгаты. Беды было бы. Хвостолк. 10 на 10 сломал. Пришлось вот железного. Все ломает, ограждения поставили железное. Гаврюша. Первый кикер был. Он был маленький, игрался. И знаете, как с козленком по лбу ему тот спадается. Гаврюша ко мне. Ну, Гаврюша рос. В один прекрасный день он приходит. Привез ему пайку, положил туда-сюда. Под корм, воды налил. Ложится, будет качаться. Здесь нагинается, прям собирает. Гаврюша посмотрел, он играется со мной. Как дал ему отца. Недели две он ходил, еле-еле. Боже, бедный кипер. Я говорю, что? Гаврюша? Гаврюша вырос. Заигрался? Этому, друзья, нужно даже идти, будь бы кто с младенчества ухаживает, все равно. Все равно животные остаются животными, не говоря уже про то, что людям совать руки. Пока, Гаврюша. Пока. Стоит, ждет меня. Ты мне так понравился. Ой, кряква твоя идет. Как я люблю этих прямоходящих уток. Ой, вон их сколько сейчас будут нырять. Ну что ты меня вот не подпускаешь? Вон они все. Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Ладно, ладно. Кряк-кряк-кряк-кряк-кряк.
напомню, друзья, что это не зоопарк в прямом смысле. Это сельхоз, такое предприятие. И у них вот такой зоопарк. В Беларуси это все разрешено. То вот так при сельхоз, там где разводят редких животных, был еще и зоопарк. Сразу, оно может стенам попасть, может чем угодно попасть. Директор увидел веревки и не смог. Проволокой вот так связать. И все, кусочек проволоки. Пошел, поднял. Иди сюда с этой ручкой. Сейчас этими же веревками и замотает. Это да. Достояние Беларуси. Девочки, хорошие. Смотри, уже ни булки, ни эту, как она, ни пивную дробину уже не едят. Есть, да. Ну, с душой. Что, телефон лизнуть? И вот сейчас я приучу двух парней. Ну, видите, там на булочке лежат, ну, поднимешь. Ветряная мельница. Тоже сделана из таких досочек и вот такие штакетник. Кто хочет, друзья, тут найдет, как украсить мир. Танюша, мои собачки. Собачки. Волки. Ручные. Я люблю волков. Вова и Багира. Тяжело уже, сумерки плохо видно. А вот это я был ударом. И вот тут избушка Бабы-Яги. И ступа с Бабой-Ягой идет, метет сама с собой. А Бабы-Яги нет живой? Обижаешься. Есть, да? Ой, босс. Я думал, что с ним. Бабушка. Я хотел вам вакансию предложить, Татьяна Викторовна, но занято. Занято. Так тут и добавенок. Да. Не, она не страшная. Если бы я тут сидела, было бы круче. Ловить не, не снимай. Такого не поймаешь, Олег Алексеевич. Покажите, не все, что поверили, что Олег Алексеевич был в гостях у меня. Поверят, поверят, мы покажем. Придет пряжу. Да. Бабушка. А это же, это как его? Домовенок Кузя. Домовенок Кузя, да. Домовенок Кузя. А вот действующая печка. Ухват, да. А вот на этой лопате она... Во-во-во. Он, бабушка, садится сюда, детей, да? Она, детей. Она учит ногами вперед, да, или ногами, да, назад. Да, да, да. Утюжок. Очень душевно. Всякие старинные вещи. На утюги. А вот шифонерика с песной старинной. О, больше 100 лет. Да, вот одного шашеля на $500 в нем. Танюша, на моих полях выпахал штык-нож. Сколько на него здесь смертей. Ужас, нет, это я не люблю такие вещи. А вот граната, фляга. Ну, это все я на своих полях выпахал. Не ближе Баба-Яга с печкой. Тут же из домика Бабы-Яги по тропиночке. Кафешечка. Конечно, на природе посидеть. Сколько тоже садят деревьев. О, мишки. Человек в своем отдельном взятом регионе построил тоже для людей. У него в основном фермерское хозяйство, он выращивает и пшеницу, и кукурузу, и все на свете. Ну вот так тоже украсил, добавил еще и такие редкие животные. В Беларуси еще раз напомню, всего 5 зоопарков официальных, государственных, и несколько таких вот частных. Даже избушка Деда Мороза
есть вывеска. Кафе, детская площадка. Решили, как-то решились. А мы такой у нас большой вояж по делам. А это друзья Юрий с Львенком. Это ж Симба, да? Я так понимаю.